Ну, вы знаете, то, что тут такой массовый подвоз военнослужащих, конечно, несколько неожиданно. Более того, у нас есть и фотографии, и видеозаписи, как военные просто-напросто стоят, сверяют по спискам, рассказывают, за кого нужно тут голосовать. Ну, мне кажется, что это нашу партию и власти не красит нисколько. Я просто не понимаю, чего они хотят. Им нужен вот реальный результат, то есть понять, а за кого же люди голосуют. Или им нужно этот результат сфальсифицировать. Я думаю, в любом случае, в Пашина народ, он разборчивый. Я сейчас, конечно, итогов выборов не знаю, но мне все равно кажется, что у них ничего не получится. Потому что, ну, доверия здесь к партии «Единая Россия» нет. Вброс здесь сделать не получится. Ну, то, что они привезли там 2000-1500 военнослужащих проголосовать. Причем как-то все это так... Ну, знаете, мне даже одна из руководителей участковой комиссии сказала, говорит, что мне, говорит, эти выборы просто неприятно вести. Я больше не буду руководить комиссией, это точно. Ну, понятно, что таким образом людей можно только озлобить, как мне кажется. Ничего хорошего этим не добьются. Понимаете, народ должен, вот он изъявил свою волю, и он должен видеть, что это именно этот человек и пришел. Ну, а когда все происходит наоборот, ну это же не последний выбор. У нас их много, этих выборов. И то, что сейчас происходит, ну никак не красит наше руководство «Единой России». Именно наше руководство «Единой России» нашей области. У нас очень много людей, с которыми я работал в городском совете, хотелось бы, чтобы они остались. Но хотелось бы, чтобы несколько людей пришло новых. Чтобы у нас, ну по сути дела, чтобы в совет депутатов... Вот у нас был у нас был... Первый созыв, помните, Совета депутатов, когда мы там отбирали деньги у энергетиков, не давали им. То у нас тогда был очень хороший созыв. Мы могли спорить с исполнительной властью на равных. Потом это как-то очень быстро затерли, постарались привести своих. Ну, я-то тот созыв помню. И мне хочется, чтобы было именно так. Чтобы мы могли отстаивать свои позиции, отстаивать волю народа. Ну, больше этому делать некому.